Последнее наше упражнение – это постановка на след после предмета. Значит, он состоит из двух элементов. Ну, в принципе, по аналогии, да, то есть старт с начальной точки. Это непосредственно взятие следа с места, где находился предмет, убедительно, без сомнений, излишних задержек, принюхиваясь к месту, где была собака или предмет, уверенно, интенсивно, нижним чутьем. И второе – это начало удержания следа после предмета. Как правило, этот элемент считается законченным, когда проводник начинает движение по следу за собакой. Я сейчас немножко проведу аналогии между вот этими тремя случаями. Это после начальной точки поведение собаки после прохождения угла и поведение собаки после обозначения предмета, после старта с предмета. В этих трех моментах судья может очень хорошо оценить качество тренинга собаки. То есть качество самой собаки, качество ее удержания следа и так далее, мы оцениваем, когда собака, там, как она хорошо определяет вершину угла, как она уверенно удерживает прямую, а вот здесь судья очень хорошо видит, насколько качественно сделан тренинг, насколько технично он хорошо сделан. Почему? Потому что начало следа собака может просто бежать, отдыхая на длину поводка, а потом проводник поймал конец поводка и пошли. И после этого собака уже хорошо работает. Но этот отрезок, да, собака сделала, то есть не очень хорошо. Точно так же после предмета. Да, собака стартует и бежит. Да, а мы говорим, это уже удержание предмета или это еще постановка на след после предмета. Для удобства, еще раз говорю, для удобства. Лучше это выделять как в отдельные элементы. Но, конечно же, при оценивании судья оценивает всю картину целиком. То есть я сейчас не буду долго останавливаться на судействе, вот, но скажу вам просто. Весь след, например, весь след IGP 1, ну, к примеру, это всего лишь там 300 шагов. 300 шагов, мы с вами говорили, там самый максимальный шаг там 70 сантиметров, 300 на 0,7, это мы получаем 210 метров. Примерно. 210 метров. Теперь смотрите. То есть собака плохо работает след, практически не работает след, когда стартует с флажка. Это 10 метров. Далее собака проходит два угла и там показывает такое же поведение. Это еще по 10 метров. Это уже 30 метров. И дважды собака стартует с предмета, где она тоже показывает такое же поведение. Это еще по 10 метров. Это 50 метров. 50 метров из 210 это порядка скольки? 30%? Это порядка 30%. Плюс-минус. То есть понятно. То есть фактически собака 30% следа, да, работает безалаберно. То есть она не работает на следу. Это значит, что у судьи есть все основания. Все основания, раз это 30% минус. Я не говорю, что это совсем минус, собака же работает там. У судьи есть все основания, просто вот из общей картины выделив вот эти, да, элементы, сказать, что оценка выше, например, за удержание следа, я имею в виду, выше хорошо за удержание следа уже быть не может. Все. Если там были еще другие ошибки, он еще их туда же приплюсует. Да? А предметы, естественно, оцениваются отдельно. Понятно. Теперь, о чем я хочу здесь сказать и на что я хочу обратить внимание. Смотрите, у нас в правилах сказано, что следовая работа состоит из двух больших этих упражнений. Это удержание следа и предметы. Предметы стоят 21 балл, и удержание следа стоит 79. Кто когда это придумал, я не знаю, можно было этого не придумывать, но теперь это придумали, теперь это так и будет. Вот. А будет так теперь это потому, что теперь туда написали, что три предмета везде, в IGP-1, в IGP-2, в IGP-3 и даже в IGP-CTP. Окей, пусть так. Да? Как есть, так есть. И в правилах это сказано. И на тренинге тоже нужно об этом думать. Лучше всего первоначально не совмещать объяснение собаки, как удерживать след, с тем, как собаке обозначать, там, например, предметы. Потому что, смотрите, я беру собаку, которая меня ничего не знает. Да? Прежде чем ее тренировать, собака должна выучить все элементы. Пока
собака не выучила те упражнения, из которых состоит след, не выучила все элементы, мы не можем собаку тренировать. Это невозможно. Мы можем тренировать только какое-то одно упражнение, например. Например, я научил собаку удерживать прямую. Окей, я могу теперь тренировать собаку, как удерживать прямую. Я показал собаке углы. Хорошо, я могу тренировать собаку, как удерживать прямую и проходить углы. Но я не могу тренировать собаку полностью по следу. Полностью по следу я могу тренировать собаку только тогда, когда и вот то, что, ну, когда то, о чем мы с вами, ну, только что говорили, то есть собака очень хорошо выучила, знает, и теперь я могу ее как бы, вот этот, подводить вот к этому воркауту, да, когда собака действительно набирает свою следовую кондицию, набирается опыта, я начинаю менять поля, покрытие, погоду, ну и все остальное, как вот сегодня, как сегодня мы за этот тренинг поменяли вообще погоду несколько раз, по-всякому. Итак, смотрите, давайте посчитаем. Постановка, итак, постановка на след начальной точки. Раз, два, три элемента. Первый элемент, вот этот, да, послушание, мы можем опустить, ну, в принципе, да, на самом деле два. Да, берем дальше. Да. Удержание прямой, еще элементик. Да. И прохождение углов. Еще три. Раз, два, три. Все. Сколько? Шесть. Шесть элементов. В принципе, шесть элементов собаке достаточно, чтобы удерживать, производить удержание по следу. Удержание следа. Все, шесть элементов. Давайте посчитаем, сколько элементов привносит в след всего лишь один предмет. Считаем. Пять. Пять элементов – это обозначение предмета, и еще постановка на след после предмета – еще два, а это семь. То есть, фактически, да, то есть с небольшим перевесом в сторону предметов 50 на 50. Поэтому, если мы кладем предмет собаке на след, мы заставляем сразу же собаку, молодую собаку, то есть еще и нагружать себя вот этими, вернее, изучением фактически, да, еще семи сразу элементов. Поэтому… То есть я рекомендую всем, сам я тоже так делаю, я это все делаю отдельно от следа. То есть след это одно, предмет отдельно, и потом потихонечку мы начинаем это соединять. То есть примерно так. То есть объяснение, почему так, да, то есть вот примерно как я вот это вижу, и исходя из того, что мы с вами как бы изложили минуту назад, да, что мы разделили след на упражнения, элементы и поняли, да, что предметы это вот и след это вот. Если это все соединить, то будет в два раза больше. Как проводник должен двигаться по следу? Как проводник, например, должен удлинять поводок после того, как он дал команду собаке зуб? Да? То есть он должен удлинять поводок как хочет. Имеется в виду, поводок может просто скользить в руке. Он может удлинять поводок таким вот образом, да? Если ему так удобнее, почему нет. Он может удлинять поводок таким вот образом, да. Самое главное, чтобы при этом он не оказывал никакого воздействия на собаку. То есть, например, собака могла бы, да, поднять голову и побежать, а он тем самым, что придерживает ее, то есть не дает этого сделать. Если судья это видит, он говорит, окей, проводник оказывает помощь собаке в тот момент, когда удлиняет поводок. Следующий момент. Очень большие дискуссии всегда. Как нести поводок? Вот проводник идет по следу, как ему нести поводок? Вот. Начнем с того, что проводник должен с собой на испытания, на соревнования, тем более на чемпионат, брать поводок длиной 10 метров. Так сказано в правилах. Это не моя прихоть. Никто это как бы не скажет по-другому, потому что так написано в правилах, что поводок должен быть 10 метров. Если он должен быть 10 метров, это значит, что если я взял эталонную рулетку, здесь приложил карабин, а там приложил конец поводка. И это должно быть плюс-минус 10 метров. Небольшие погрешности, минус там 10 сантиметров или там плюс 20 сантиметров, не вопрос. Да? Если даже плюс полметра, тоже не вопрос. Но в этом случае проводник должен держать конец поводка, когда идет по следу. То есть никакие маркировки 15-метрового поводка, да, там не делаются так, чтобы проводник держался на отметке, а там еще 5 метров было там. Знаете почему? Почему так? Потому что
если делается какая-то отметка, то у меня нет никакой гарантии, да, что проводник не переставил эту отметку там где-то там ночью в кустах или еще что-то. Откуда я это знаю? Поэтому для меня маркировка поводка означает только одно, что тот, кто отвечал за это, измерил его и отмаркировал, что все, проверено. Где там отметка стоит? На карабине, посреди поводка, на конце поводка? Мне вообще все равно, как судье. И поэтому в этой связи мне важно, да, что раз этот поводок проверен, и он соответствует критериям, значит, проводник должен держать за конец поводка, и ничего болтаться не должно. Все. Значит, бывают такие случаи. Вот буквально недавно у меня был такой случай, когда проводник делал так. То есть, ну, представьте, да, вот поводок. Да? Проводник, значит, брал поводок вот таким вот образом, да, и второй рукой вот так держал его. То есть, еще раз говорю, то есть вот поводок, он его зажимал, вот так, и вот здесь еще держал. Таким образом, поводок становился меньше 10 метров. То есть проводник должен держать его так, чтобы у судьи не оставалось сомнений. Если проводнику хочется нести поводок одной рукой, он его должен нести одной рукой. Так он его будет нести, здесь он его будет нести, перед собой будет его нести. Абсолютно без разницы. Если поводок натянутый, а в большинстве случаев он должен быть натянутый, значит, так, 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 как угодно. Да? Если поводок провисший, то он может касаться земли, но при этом дистанция должна соблюдаться 10 метров. Это значит, что если поводок провисший лежит на земле, а проводник идет вот так, то это значит минус 2 метра примерно. Это значит 8 метров до собаки. Поэтому в данном случае проводник так идти не может. Если проводник по какой-то причине, я не знаю, у кого-то там артрит, у кого-то руки затекают, у кого-то руки быстро мерзнут, там капиллярные какие-то проблемы. Я, то есть не доктор, у нас нет допусков к нашим дисциплинам, да, через врачей. Вот. Может быть, просто человека там рука устала, может еще что-то, я не знаю. Если проводник держит поводок, у него собака идет по следу, и он хочет поменять руки, и просто берет и меняет руки. То есть это не является какой-то ошибкой, это не является какой-то трагедией. Точно так же, если проводник, например, держит поводок вот так двумя руками, нет в этом никакой трагедии. Ну, держит и держит. Если он потом захочет держать одной, ну пусть держит одной. Самое главное для судьи, чтобы вот эта картина вся была очень четкая, ясная. Чтобы судья видел, что проводник это делает, да, не для того, чтобы преднамеренно каким-то образом помочь собаке, да? А что проводник это делает исключительно потому, что ему так удобно, что ему там рука у него устала или еще что. То же самое, там, если это какая-то холодная погода, вот, ну вот как сейчас, и проводник выходит в перчатках, ну да, проводник выходит в перчатках, ну что тут такого? Единственное, чтобы эти перчатки были не засаленные, там, чтобы в них мясо не лежало и так далее. Вот. Все остальное это не проблема. Вот. То есть нужно, ну, относиться к людям, ну, все-таки с пониманием. И не забывать, что все-таки у нас ну, как бы не военный спорт, не военно-прикладной, а все-таки мы гражданские люди. Вот. И к людям надо относиться, ну, как бы нормально, обыкновенно, как к обычным гражданским людям, к жителям планеты Земля. Вот. Значит, о чем хочу сказать? Что касаемо вот этих всех появившихся предубеждений насчет того, что нельзя менять руку в процессе работы собаки. Имеется в виду, и откуда это пошло, что когда собака проходит угол, например, собака входит в правый угол, и проводник нес поводок в левой руке. Так вот, когда собака вошла в правый угол, проводник перехватывает поводок с правой руки в левую и начинает уводить левую руку далеко сюда. Тем самым он хочет, чтобы как можно быстрее был натянутый поводок, чтобы оказать помощь своей собаке. И при этом обычно такой проводник еще и выходит во внешнюю сторону слева. То есть выход во внешнюю сторону, он возможен. То есть некоторые говорят, вот прям либо по траектории, либо срезать. Ну окей, там проводник вышел на 1 метр за траекторию следа. Во-первых, не всегда видно вообще, где след. Да. И не все проводники как бы
настолько опытные, да, что когда собака вошла в угол, он вообще помнит, где собака это сделала. Поэтому он идет, куда глаза глядят, да, и оказывается там в полутора метрах от вершины угла. Ну окей, если он как шел, так и шел, так и шел, ну и пусть идет, родной. Да, не надо говорить, что он оказывает какую-то помощь или делает какую-то ошибку. Но, да, некоторые проводники делают это целенаправленно. Еще раз говорю, он идет вот так, держит поводок, собака раз вошла в угол, он хоп, поводок, и пошел вот так вот. И еще во внешнюю сторону, и вот так вот тянет руку. Это уже, извините, оказание помощи собаке. Вот в этом случае, да, нельзя менять руку. Вот. То же самое, когда проводник начинает менять руки в тот момент, когда собака осуществляет какой-то поиск, да, сделал большую ошибку. Вот. Ну, здесь каким-то образом придираться к рукам, да, уже бессмысленно, потому что если проводник начинает оказывать помощь собаке, которая хочет выйти за пределы следа, да, то есть уйти больше, чем на 10 метров, тут уже не важно, он там меняет руки или нет. Тут уже понятно, что все на грани фола, и он пытается спасти ситуацию, и ты уже все равно учтешь ему вот эту помощь, да, и воздействие на собаку, вот, и учтешь ее нормально, там, по полной программе будет. Значит, что еще? Значит, по поводу старта с предметов, то есть мы с вами опять же поговорили, то есть мы затронули этот момент. То же самое при удлинении поводка при старте с предметом. То есть мы тоже с вами говорили. Опять же, еще раз напоминаю, старт с предмета проводник должен стоять рядом с собакой. Когда собака стартует с начальной точки, проводнику разрешено находиться за собакой, но недалеко. Далее, что еще? Значит, что касаемо дополнительных команд. Значит, тоже нужно помнить, что в дополнительных командах, то есть проводник ограничен. У него есть предписанные команды, которые он может подавать. Я имею в виду вот эту команду «ищи». То есть те случаи, где ему можно это делать. Вот. Есть случаи, где это уже будут как дополнительные команды. Нет в AGP вот такого четкого регламента, что вот сказал две дополнительные команды и все, стоп, работа. Такого нет. Судья сам принимает решение, то есть в какой момент, да, то есть дать указание проводнику, что больше нельзя команд, например, если он ее подает, то останавливает работу. Либо он уже останавливает работу, потому что и так слишком много команд, а собака не хочет работать, ну, например. Вот. И в этой же связи, если, например, проводник подходит к флажку и подает команду «ищи», а собака не идет на след, он подает еще одну команду «ищи», и собака не идет на след, и он еще одну команду подает, и она не идет на след, вот здесь правило трех команд. За исключением, как мы с вами уже сказали, реакция на диких животных. Там только одна команда после того, как дикие животные там убежали, или собака их съела. Вот. То есть только одна команда. Но там тоже есть определенная путаница, вот, потому что собака может... может просто как бы выключиться от работы на следу и уже не думать о животных тоже, не преследовать их и быть под контролем, но просто уже не хочет идти по следу. В этом случае, то есть в правилах там сказано, да, что может последовать дисквалификация за неуправляемость. Это в том случае, если она продолжает преследовать животных и с одной командой не возобновляет работу по следу. В противном случае, то есть ей просто останавливают работу в том месте, где это произошло, и считают все баллы на следу, но дисквалификация не наступает. Это тоже судьи должны понимать. О чем здесь идет речь? Имеется в виду, что если собака не возобновляет с первой команды работу по следу, но это не связано с выходом из-под контроля после преследования диких животных, не наступает дисквалификация, а судья прекращает работу и считает все заработанные баллы, выставляя оценку. Вот что имеется в виду.